Говорят, что такое любовь? Любовь. Я бы сказал, что такое любовь. Прекрасно есть все на свете и все есть прекрасно. Но вот тот, который человек с деньгами, который он с деньгами человек, да, он же меня же, вот этот человек же обсерит, обкакает как угодно. Вот он. И что я могу сказать после этого? Я просто ничего не могу сказать про эту любовь. Просто про любовь ничего. Она может и вычеркнуться, она может и подняться, и так далее. Потому что он этими всеми, потому что у него денег навалом, что он хочет, то и делает. Что хотят, то и делают. Так давайте тогда вот так создадим, вот у нас на планете, если вот такая система. А американцы, эти богачи, вы соединитесь все в одну точку, все оружие соберите с собой и с народом командуйте, чтобы глушить везде, везде на земном шаре бандитизм глушить. Там заглушили, у вас потому что оружие, все есть, все есть. Вот, глушите, чтоб не было вот таких всяких стычек и так далее и тому подобное. Потому что вы все это можете делать, можете. Порядок наводите, вот с этой мафией, с бандитизмом и так далее. Вы можете это все собрать в кучу. Япония, вот это, Германия, там. Собирайте все вот эти, оружие все, соберите все, чтоб не было оружия у народа, все. Чтобы народ только трудился. А если мякнул, бякнул или что-то, все, в тюрьму. Или что-то там сделал, в тюрьму сейчас можно открывать до хрена. И сажать их всех туда, на. Все, чтобы народ не трогал этот вор, бандюга и так далее. Чтобы народ спокойно жил.